Центр принимает детей с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 18 лет. С каждым ребенком ведется индивидуальная работа. Около 10 специалистов, прошедших специальное обучение в столице, занимаются с детьми. Все услуги – реабилитационная, педагогическая, социальная, психологическая помощь – оказываются бесплатно. В наше учреждение приезжает большое количество пациентов. Специалисты этого центра помогают детям научиться самообслуживанию, работать с мелкой моторикой и движениями конечностей. У детей разные диагнозы, и мы оказываем им помощь. По словам специалистов центра, реабилитационные процедуры, оказываемые детям, уже дают свои результаты. Некоторые научились кататься на велосипеде, другие стали произносить и различать звуки. Врачи рекомендуют детям, нуждающимся в особом уходе, проходить реабилитацию 2-3 раза в год. Моему сыну Тимирлану 12 лет, у нас стоит диагноз аутизм. Мы очень рады, что посещаем этот центр Дарын, так как вот за это время Тимирлан, есть положительная динамика у Тимирлана в коррекции, в поведении. Также занимаются с ним логопеды, психологи. Здесь работают два кабинета дефектолога, логопеда и психолога. Центр посещают дети с церебральным параличом, 60 с поражением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Сания Кубжасарова, Салтанат Сарсембайхызы, Жүрсін Умирзах, Кукшиакпарат.